Трудно описать, что я чувствовал в тот миг. Я падал с ног от усталости и в то же время не мог сдержать улыбки. Я справился. Я доставил послание Хантера в полис. И теперь судьба моей станции в моих руках куда более сильных, чем мои собственные. Я выполнил свою миссию. Эй, вы на дрезине! Глуши мотор! Не двигаться! Назовитесь! Ми фашистен! Приехать захватить ваш станция! Ульман! Ты что ли? Повезло тебе, что Иван Петрович тут нет. Он бы твоего юмора не понял. А это кто с тобой? Парнишка с северных границ. Веду его с черной. Ну ладно, проезжайте. Всем привет, дорогие друзья. С вами Валерий. И это метро 2033 Редукс. Вот. И как вы помните, я уже говорил об этом. Стрим у меня не получается делать, так что будем записывать игры в летсплеях. Все-таки нужно допроходить заброшенные игры, заброшенные прохождения. И постепенно я буду выкладывать метро, Fallout 4, Паука, Ланоэр и... Лануар. Так вот будет, точнее. И остальные недопройденные игры постепенно буду выкладывать. Допройдем их и уже будем, собственно, переходить к новым прохождениям. Вот. Ладно, пошли. Проходим мы на уровне сложности хардкор, как обычно. Вот. Так что будет атмосферно и весело. Можно так сказать. Прибыли в полис. Добро пожаловать в полис, капитан Краснов. Вы к нам издалека, да, молодой человек? Откуда именно? Он с ВДНХ. Что же он сам говорить не может? Слушай, капитан, парень впервые в полисе. Тебе лучше не знать, через что он прошел, чтобы донести послание Хантера Мельнику. Так что давай без этой твоей фигни. Ладно, ладно, переодевайся. Вот одежда. Вы можете оставить свою амуницию тут, ничего с ней не случится. Ты передохни пока, Артём, а я разыщу Мельника. Надеюсь, он не на задании. Да, Ульман, и не забудь поскрести себе спинку в химическом душе. Нужно деактивироваться. Да не забуду, не забуду. Забудешь с тобой, как же. А то смотри, двухголовые детишки родятся. Идиот. Да это чувак шутник, я смотрю. Здорово. Здорово. Вот, и... Кто не помнит прохождение, чем закончилось, с чего начиналось... Я в туалет хочу. Раньше надо было, а пока подождешь. Ну, папа! Никаких... Ну, папа! Чего ребенка в туалет-то не отпускаете? Нагадит вам кучу кузинак в штаны. Будете потом. Вот. Ну и кто? Дион. Товарищ полковник, докладываю. Вольно. Артём? Я Мельник. Рассказывай. Чего рассказывать-то? Погоди. Обмен патронов. Лучший курс во всем метро. Вот. И... Кто вот этого не помнит, короче, прохождений предыдущих, я выложу подсказочку и ссылочку в описании. Так, давайте посмотрим, что мы можем продать, купить. Так, от ружья у нас... Ружья у нас нет. Можно патрон от ружья продать. Так, я взял, купил. Продать. Подзабыл управление, короче. Так, таких шариков у нас этого тоже нет. У тебя нет. Да нет, я понял уже. Так, и что, давайте, может, для автомата возьмем патронов. Вот так вот будет достаточно. Ну, для револьвера у нас, для магнума, 14 патронов, в принципе, нормально. Он так нормально выносит, 14, я думаю, хватит. Так, окей, выходим.
Что у нас тут еще есть? У нас 13 всего патронов. И до 5 досчитать не успеешь. Кто не знает, патроны — это валюта в метро. Вот, нет человека денег. И нет проблемы. Питательные ножи. Самые ножи. Острее не найдешь. И до 5 досчитать не успеешь. Граната Ёж. Разносит цель в клочья. Граната Ёж. Ладно, 2 граната Ёжа возьмем. Не успеешь. Да ладно. Так. Сколько это нам не купить. Помогает от всего. Но эта штука нужная. Вот это возьми. Пригодится. Да не надо. Все, нам на что не хватает больше. Ладно. Хороший выбор. Так. Окей. Налетай, разбирай. Сюда. Что ты мне хотел сказать? Я должен что-то сказать. Все ясно. Спасибо, что сумел дойти. Это почти подвиг. Я созову срочное собрание. Тебя пригласят на него тоже. И ты им все расскажешь. Все члены совета, пожалуйста, соберитесь в зале заседаний. Повторяю, всем членам совета просьба собраться в зале заседаний. Проводи парня в зал заседаний. Так, что-то, короче, мы ему рассказали. Смотрите, какие пушки у него здесь лежат. Жалко их не взять. На кофте Спарта написано. Лысый Спарта! Вот оно тебе надо. Не хрен делать, чисто. Ухают, сидят. Вечно ты так нажрешься, а мне мне тащить его в парад. Сделать его. Невероятно. Артём, не верю, что совет отказался помочь твоей станции. Мне просто стыдно за их трусость. Но Полис еще не все метро. Есть и другие люди, которые встанут на защиту метро от черных. Слушай меня внимательно. Охотники обнаружили сохранившиеся ракетные базы в Московской области. Может, нам удастся привести одну из них в порядок и нанести удар по логову черных. Мои разведчики обнаружили нечто похожее недалеко от ВДНХ. Беда в том, что запустить ракеты можно только из командного центра, который находится где-то в Т-6. Но где, мы не знаем. Но мы хотя бы знаем, где искать информацию об этом. Прямо над полисом, на поверхности, находится гигантская библиотека. Это очень опасное место. Но в ней есть тайный военный архив. Нам нужно туда попасть. Ты поднимешься прямо отсюда. Я пойду вперед. Доберись до входа в библиотеку. Я буду ждать тебя там. Да, и вот еще. Возвращаться мы будем не сюда, а сразу на базу Спарты. Мои люди встретят нас там. Ясно, понятно. Расклад понят. Двинули. Двинули. Решение совета стало для меня ударом. Но план Мельника подарил мне надежду. И вот вновь я отправлялся наверх, в город, искать секретный командный пункт. Так, сразу одеваем противогаз, перезаряжаемся, выходим на поверхность. Противогаз здесь нужен. Воу-воу! Демоны. Твари летающие. Их только не хватало. Чё это? Крыса? Да, совет, засранцы. Отказали нам в помощи. Так. Отказали нам в помощи. Хорошо, что Мельник со своей командой решился помочь.
Теперь нам нужно добраться до... до библиотеки. Мельник нас там будет ждать. Тихо. Тварюга. Мельник нас будет там ждать. Убил? Нет. Нет, живая тварь. Да какие вы жучие твари. Вот. И посмотрим, что там в библиотеке творится. Так. Блин, надо чисто в голову целиться. Порой не получается нифига сделать. Патронов здесь на вес золота. Да умри ты уже, крыса долбаная. Зарядочку делаем. Так. Еще у нас здесь есть что-нибудь полезное залутить? Черта здесь походу нет. Блин, только зашли. Кислород потратили. Быстро, конечно, кислород кончается. Надо все быренько-быренько делать. Так. Еще у нас. Отлично. Немножко полутить. Патрончики. Здесь всякие ништячки. Окей. Так, надеюсь, он не нападет на нас. Летающий упырь. Вот эти вот твари. Слишком много их. Он больше похож на библиотеку. Воу-воу, как он рядом-то. Как он близко. Тварь. Отличный чекпоинт. Ну и где же Мельник со своей командой? Это, блин, ненормально. Мельник, ты где? Ездит. Воу. Было близко. Пошли вон, твари. Надо поэкономней, поэкономней. Музычка заиграла. О, смотрите, сколько их там бежит. Пипец. Сейчас будет трэш. Сейчас будет трэш. Бегут. Умри. Умри. Мельник, ну где ты, ну? Чё за фигня-то? Чё за пацан? Дала! Воу-воу-воу-воу! Тварь! Аптечку! Так. Воу! Бегом, бегом! Так, аптечку. Патроны кончились. Да ну нафиг. Аптечку. Черт. Че за трешняк? О, отлично. Ребята, спасайте. Нахрен. Так. Разбираюсь, у меня патронов нихт. Так, отлично. Блин, противогаз весь разбитый. Черт. Держим, держим. Встаньте, встаньте, дети, в круг. Встаньте в круг, встаньте в круг. Да ну нафиг. О, я думал, он противогаз снял. Фу. Он, оказывается, поменял на новый.
Так. Жесть. Сколько этих тварей. Держим, держим круг. Пошел вон. Воу-воу. Близко. Да что ты? Твою мать. Умри, ну. Все просрал, все потратил. Так, отлично, он справился сам. Блин, есть какие-нибудь патрончики, тут лут какой-нибудь. Воу, воу. Отлично. Что-то взял. О! Главное, чтобы это то, что я взял, дорого так не обошлось мне. Артём. Фу. Отлично. Так, есть здесь что-нибудь? Походу здесь ни черта вообще нет. Все уже вычищено до нас тут. За мной, ребята. Долго, долго. У меня опять противогаз весь разбитый. Так. Подзарядить свой фонарик. Данила, стой на стрёме. Мы с Артёмом пойдём проверим зал. О, здорово. Противогаз поменял. Так, у меня есть патроны? Отлично. Чуточку, но есть. Надо помельче, помельче стрелять. Так. Вроде все тихо. Демоны! Живьем, брат, демонов. Артём, Данила, скорее сюда. Забаррикадируем дверь. Иду, иду. Давайте, о, черт. Артём, открой ее как-нибудь. Долго нам не продержаться. Так, открыть дверь. Как даже не угомоняться. Так, ребят, ну ладно, подождите. Я сейчас немножко тут полутаю. Здесь по-любому всякие вкусности лежат. Вот. Я открою вам дверь, держитесь только. Вы только держитесь. Сейф. Окей. О! Чёртова крыса. Так, кто эту дверь закрыл? А? Ещё и хрюкает. Свинья какая-то дверь закрыла. Так. Ой! Чё это было? Чё за фигня тут? Какие-то штуки висят. Пытается. Напасть тут на нас. Непонятно. Почему не загорается? Да что-то не могу понять. Что у меня патроны какие-то? О-о-о! Так. Да какой живности это только нету, а? Отлично. Противогаз поменяли. Так, патрончики, отлично. Не посмотрел, сколько там, правда. Патроны, блин, опять эти. Я б назвал. Да не хочу ругаться. Да вы меня поняли, как я их назвать хотел. Так, есть.
Куда? Какого черта? Я слышал шаги, кстати. Так, немножко лута. Так, надо дверь, да, открыть? Я смотрю, палка здесь. Воу, нифига он там. Кувырки спецназа, блин. Ну не зря называют их Спартой. Чё, Эл, снабжение сосной камеры? Слышь, шутник, дверь открыл мне. Дверь мне сделал. И они бы нас клочья разорвали. А ты хорошо поработал, Артём. Конечно, я хорошо поработал. Не надо аплодисментов, пожалуйста. Я. О! Блять, демон. Я харю. Блин, мне жалко патронов. Да, не успел. Шутники, блин. Противогазе ты об этом не узнаешь. Так, я хотел подзарядить фонарик. Артём, проверь кабинеты слева. Возможно, сумеешь отпереть двери с другой стороны. Тебя неплохо получается. Да, конечно. Опять Артём, блин. С другой стороны дверь. Нейроны и синапсы. Спинномозговая. Ух ты! Пикни. Что такое? Конечно, как же без Стругацких? Отсылочка. Игра-то сделана по книге Стругацких. Да чтоб тебя, а? Чё ты не пролазишь-то, ё-моё. Отлично. Противогаз у нас целый, нормальный. Так, надо дверь открыть. Как это сделать? Еще патрончики лежат. Для ружья, правда, но мы сможем их продать. Вот, здесь еще что-то, наверное. Отлично. Так, наверное. Какой я умный. Отлично. Данила, пошли. О, отлично, почти целая обойма. Чё там за твари завывают? Ну, ребята, давайте поживей-то, а? Я понимаю, все вам страшно, но у меня не такой бесконечный противогаз, как у вас. Ускорьтесь, пожалуйста. У меня уже все мухи, все лицо мухи облепили. Да это закончится когда-нибудь или нет? Хотел бы я знать на это ответ. Да. Наверное, раньше это выглядело великолепно. Библиотекарь. Кто? Библиотекарь? Здесь еще есть библиотекарь? Слушай внимательно. Библиотекари. Одни из самых опасных созданий в этом мире. Если когда-нибудь, не приведи Господь, встретишься с одним из них, ни в коем случае не нападай. Но и убегать нельзя. У них есть одна особенность. Пока ты смотришь им в глаза, они тебя не тронут. Обернешься к ним спиной, тебе конец. Если они начинают нервничать,
отходи спиной, не спуская с него глаз. А выстрелишь, вообще больше ничего не увидишь. Да ладно. Так, я понял, короче. Блин, прилетела тварь. Воу! Ой, я думал, утащили. Так, да блин, ты можешь? На месте. Да ладно. Так. Я пойду полутаю. Он все еще жив. Артём, я должен отнести его в полис. Прости, но карту тебе придется искать самому. Вот схема помещений. Вход в военный архив находится где-то на первом этаже. Туда ведет дверь, в которую убежал библиотекарь. Ну, вообще мало отлично. Времени остается. Скоро закат. Найди архив. Я вернусь, как только смогу. Да хрен ты вернешься, блин, за мной. Знаю я вас, а? Еще так утешил. Архив находится там, куда убежал, блин, библиотекарь. Вообще шикарно. Шикардос, блин. Ну, чё? Делать нечего, надо идти еще. Ой, что за фигня? Опять это щупальца. Уйди. Придется аптечку потратить. Посторонний вход запрещен. Это библиотекарь так... это... воет там, рычит. Черт. Так. Главное смотреть в глаза. Главное смотреть ему в глаза. Да чё ты не можешь пройти-то? Артём. Артёмка. Ты чё, дверь не приоткрыть? Я не понимаю. Я снова был наедине с ужасом. И мне предстояло взглянуть ему прямо в глаза. В прямом смысле этого слова. Так, какая-то хрень стоит. Так, я так понимаю, это библиотекарь. О, боже. Так. Главное смотреть в глаза. Как нам сказал Мельник, что за подзагрузки? Где эта тварь? О! Так. Эта тварь откуда-то у меня вывалилась, короче, сверху и дала мне по щам просто. Угу. Смотрим глаза. Смотрим глаза. Слышь, не рычи, а. Зубы сначала почисти, потом... рычины, блин, какой-то страшный. Ты, да. На гориллу похож, да? Так, в чем куда-то пошел? О, свалил. Отлично. Это я заберу. Так, куда нам идти? Идти нам надо, получается, сюда. Вот дверь. Ломаем. О, еще один. Еще один. Так. Как там? Смотрим, как он делал этот крокодил Данди. Смотрел страху в лицо. Я сейчас аж задохнусь. Mm-hmm.
А что ты на ко мне-то? Тихо. Твари. Так. Отлично, он свалил. Так, можно полутать немножко. Есть еще что-то. Тихо. Ты где? Твари. О! Чё ты такой дерзкий-то? Знаешь, у меня кошка так же делает, когда она в недоумении так головой мотает. Иди уже отсюда, а? Вали давай. Блин, ну так спиной идти. А если здесь у нас еще библиотекари, а я к ним жопой. О боже. Нормально так вообще? Взял, замуровал. О пожаре немедленно доложить по внутренних связям. Ладно. Струп библиотекаря. Зато полутаем спокойно. Может, что путного найдем? Че, у него палец такой, что ли? Туда подскажете? Ладно, ты пока смотри, а я тут подзаряжусь пока немножко. Я уже фонарик подзарядил, а ты все рычишь тут. Иди отсюда. Отлично. Макакин. Нет. Как они, блин. Они все-таки страшные. О! Да ладно! Слышь, отпустил! Отпусти! В такие моменты надо нажимать букву Е. Быстро-быстро. Любые такие моменты всегда нажимайте букву Е. Это я уже усвоил. Дыхалку мне сбил. Ну, конечно, напряженный такой момент в игре с этими библиотекарями. Но главное смотреть им в глаза, не отводить взгляда. Так, отличный чекпоинт. Хоть если сдохнем, отсюда начнем. Вот это долбанный архив-то. Там еще этот летает. Демон. Зато так, смотря на них, можно выучить их поведение, в принципе. Стоишь, изучаешь своего врага. Руками так разводит. Как будто это. Как будто хочет сказать, ну и чё? И чё? Так, чё здесь? Черта.
Так, пока он свалил куда-то, давайте. Отлично. О-о-о, тихо-тихо-тихо. Ублюдок. Где? Неужели архив, а? Да блин! Лапище загребущее. Не побежал так, блин. Окей. Их там двое, да? Один вниз куда-то спрыгнул. Блин, сзади там бегает кто-то. Надеюсь, он не вылезет и не даст мне по башке. Своими двумя большими пальцами. Ну давай уходи, ты уже задрал. Давай, давай, прыгай в яму. О, послушный мальчик. Послушный мальчик. Вон там внизу шарится. О, блин, прям перед лицом выскочил. Фу, хоть не махнул. Так. Блин, не знаю, противогаза хватит или не хватит вообще. То бишь не противогазов, а фильтров. Отлично, свалил. Главное не навернуться. О! Вай-вай-вай-вай! На меня только не надо. Какой-то красивый. Воу-воу-воу! Придавило там чувака этого. Нормально вообще, из-за какой-то долбанной заставки мне придется тратить аптечку. Ты опять здесь. Так, тихо, без резких движений. А если бы у меня не было аптечек, и чё? А, молодец, молодец, можешь не бить себя в грудь. Я знаю, что ты крутой. Эй! Нормально такое? Ко мне, главное, попёрся. Отлично. Отлично. Он свалил. Мне нужен выход. Быстрее, быстрее. Где выход? Подземное хранилище было жутковатым местом. Я не знал ни где искать, ни даже как выглядело то, что я пытался найти. Но неведомый ангел-хранитель помог мне. Ну что, друзья, на этом я буду заканчивать, наверное, серию. Вот. Повстречались с библиотекарями, взглянули страху в глаза. Ну, я думаю, в принципе, серия вышла нормальная, интересная. Кому понравилось, поставите палец вверх, кому не понравилось, поставите палец вниз. Вот, и подписываемся на канал, группу ВКонтакте, все ссылочки будут в описании под видео. Я со всеми прощаюсь, до новых встреч, всем пока.